Нет. Дифуза Башер. Не, ну Дифуза, может посмотрим Лотос. Или Манту, еще Манту с КТ. Оцени ваш пик, последний вопрос. Урса, Тимберсоу. Тимбер не нравится мне. Как-то у нас пик лучше, чем у врагов. А Урса тебе нравится, антимага? Урса, думаешь, нам? Урса хорошо, антимага. И в Пуджа, и в Шторма. Медведь и зомби. Слабдар. Средняя. Ну, вы победили, правильно? Ну, я же в этой команде. А, точно. Забыл. По наработкам Никса у нас Дмитрий Корбан. Да не базар, ты только учишься. Ох, нихуя себе. Да я вообще-то играл уже, блядь, сюда, правда. Фас мародера, поехали. Что еще мне нужно сделать? Мне нужно сделать... Мы тебя напали, Дмитрий. Где? Гелионы у человека. Да пофигу, они проиграют. У меня еще дотекание идет, все, он проиграл. Это вся его боевая мощь. Я тебе говорю, он проиграл. АПМ, сколько у меня АПМ, как ты думаешь? 39 стал. Корбан, Ник. 39 АПМ. О, 69! О! 71 вообще, 71. Это в среднем. За матч 71. Муа, муа, муа. Это как бы 71. Жестко, жестко. Какой результат у нас по пабликам сегодня? 2-1. Ты сыграл всего лишь? Бля, в плане всего лишь он один, блядь, сыграл. Я сыграл сегодня 6 пабликов еще. Кстати, так, в каждом влоге все говорят, что Коллапс вообще в Доту не играет, и на него пиздец за это. Ты так рано стал? Захотел. Да, но фейки ебаном с бомжами играет, лоу ПТСными. Бля, клянусь, последний аномник тоже должен выиграть. У меня просто мидера не было. У меня синька. А так это ебало. У меня тигр такой. Что-то крутится там, какую хуйню делает. Нихуя просто по игре не взял. Тигр флексит. Как он так делает телепорт? Он же просто крутится. Магнус, у них, отсюда, кстати, да, прикольный вот какой-то буткемп. Это Сербия, да? Типа новый буткемп, новый дом? Ну, именно докоснуться, понял? Наверх, да? Ну вот да. Отсюда до туды. Почти. Кстати, почти реально. Да, блядь, я коснулся, я коснулся. Нихуя. Хрустнул один. Ну, пятерка сделается. Типичный спортсмен. Что, блядь? Ладно, все, я сейчас еще. А, ну да, ну это точно новый буткемп. Тогда меня легко. Или что, или мне кажется, или так камеры стояли на старом просто. Ну это реально будет легко для него. Это старый? Да. Укусила, лол. Димас, смотри, мы правильно держим? Новый? Там же как-то они вот так держат, да? Нет. А как? Это тоже потом. Изначально просто да. Просто прямо? Просто. Ты проиграешь. Ну, Дэн выиграет в ноль. Дэн выиграет в ноль, я уверен. А руку куда может? Это похуй? Ну, руку, да, похуй куда. Ну, ты же за стол схватился. Все, готовы? Ладно, давай, раз. А че, да без шансов, не? Дэн выиграет без шансов. Больше, хотя, дальше. Да ладно, нахуй. Да ладно, ебать! Я вообще не ожидал, я серьезно говорю. И нахуя качаешься, дружище, блядь, каждый день, блядь. Чтобы ебать, блядь. Без шансов вообще абсолютно. Я с ним уже пару раз делал, там без шансов. Да, у меня уже вот это самое. А, бля, я думал, кстати, будет Корбан с Магой. Это же интересно хотя бы было бы посмотреть. Готов? Давай. Ебать, этот за. Не, ну Диман, я думаю, без шансов. Нет? Сейчас там лопнет так. Жми. Нет, а что ты рубишь? Ну он поддается. Я просто смотрю, да. Ну он поддается. Я испытываю. На тест. Все, теперь давай. Готов? Давай. Раз, два, три. Нихуя. Так ебать, ты нарезал. Давай еще раз. Раз, два, три. Был гениальный план. Давай еще раз. Давай еще раз, блядь. Не почувствовал. Армлет. Сидит в школе какой. Вот она, дедовщина. Давай спрашивай. Просто не почувствовал. Видел, как он залазит, нет? Мага, человек простой. Человек-паук, возвращение домой. Когда ты боишься высоты? О, ебать. Так там же невысоко. Хотя бы я не ебнулся. Я думал, да, он наверх залезет. Вот с этого я бы реально охуел. Тебя закрыли? А не сможешь сделать кошки насчет? Я только выиграю сам один. Давай, заходи быстрее. Я не буду заходить. Сейчас покажу Диману, как надо правильно. Ну, правильно, давай. Это не имеет значения. Раз. Давай, раз, два, три. Нет, твоя рука, это брат. Давай, давай. Да. Не сдаваться. Бля, у меня аж это цвело.
Неплохо. На сцене плохо держаться. Ебать, духа. Духа много. Потому что мы не даемся. Все, ребята отправляются. Там вообще, кстати, опасно выглядело, как будто у него что-то с рукой там наимнется. Постараюсь передать вам атмосферу. Уберите его, пожалуйста. Мы... Уберите его, я вас... Это мой лучший друг, мы с ним лучшие друзья. Уберите его отсюда. Белки, если они получат скилл на это или не... Он это просто не будет. Самурай. Я до ее построил жесть. С Петрей по тайду? Да. Там уже прям, короче, большой стак ножа. А, вот. ДПшку прячу, выбегаю. Зафармишь миротоп? Да там нет, там только один дизраптор. X7. Блять, а X7 еще производит? Типа, я, ну, она же должна была сломаться уже. Хотя у Ярика, короче, на буткемпе была, знаете, вот здесь вот, короче, дырка. И он туда, прям в эту дырку, короче, большой палец засовывал. Ну, уже протертая, типа, в мышке самой. Понимаю, у них запушены две линии, топ и бот. Они сейчас пойдут одну линию в пятером отпушить, скорее всего. Райвейджа нет, да? И статика. ДПшку можем магом. Может быть, это та же самая. Я не могу на него кликнуть. Кто знает. Охуенная игра. Перезайди. Нас парни пока звонят. Нас пока звонят. Что в холодильнике у киберспортсменов? Протеин. Мы же все-таки спортсмены наполовину. Пора собираться сюда на разбор реплеев. Время пришло. Смотри, смотри, какие гачи у него. Да подожди. Это, кстати, не я. Тихо. Мага, ты грязный. Блять, мага, ты обоссан. Теперь я... Давай, что за правильный бестарт, Барабаны. Ты просто... Ты реально будешь покупать барабаны? Да, я буду барабанить. А потом апнутые барабаны. И еще сильнее барабанить. Мага, тебя нет в Википедии. Есть. Это Ликвипедия, братан. Ликвипедия тоже есть. Нет, Википедии тебя нет. Так он капец на тебя похож. Схуя ли он на меня похож? Посмотри, как похож. Посмотри. Это же Данчик. Hey, where are you from? А меня спросил сразу, с Воронежа.